Сэм, поторопись, я хочу узнать все. Ага. Ну что, рассказывай, какую поделку ты видишь в нашем будущем? Не торопи меня. Провидцу Слайму нужно время, чтобы сосредоточиться. Нет, дай мне другую руку, может быть, так будет лучше. Что? Я вижу. Теперь я ясно вижу, что ты съела весь шоколад. Кажется, ты вообще не можешь предсказывать будущее. Эй, ты вся в шоколадной пасте. Может быть, тебе нужен какой-то волшебный инструмент? Как, например, шар для предсказаний. Хм, наконец-то верная догадка. Почему ты не сказал об этом раньше? Поехали! Ух ты! Привет, ребята! И добро пожаловать в наше таинственное место. Сегодня мы будем делать... Иди сюда, пластиковый шарик. Сэмми, ты в порядке? Ага, как же здорово я покатался! Можно мне прокатиться еще раз? Только не в этом шаре. Ну вот. Это будет основой для твоего волшебного инструмента, помнишь? Я готов. Да что это такое? Работай, глупая палочка. Может быть, нам стоит попробовать ручную магию? Встряхнись, встряхнись, дай нам следующий материал. Сработало! Не слишком хорошо, но все равно. Вот. Ребята, нам не нужны блестки, а вот контейнер от блесток – это как раз то, что нужно. Теперь аккуратно отрежем от него нижнюю часть. Здесь лучше не полагаться на волшебство. Лучше обратитесь за помощью к взрослому. Готово. Теперь можно избавиться от нижней части. Сэмми! Иду! Вперед, вперед! Пора переходить к следующей части. Теперь давайте проверим измерения. Похоже, эти части друг другу не подходят. Может взять это? Наждачная бумага идеально подходит для изменения формы. Хорошо, я просто отмечу правильный угол на... Сью, но... Сэмми, подожди, просто не спеши. Ребята, я уверен, что она позовет меня ровно через секунду. Сэм! Ну вот, я же говорю. Ага. А ты хороший предсказатель. Все идет так, как ты говорил. Да, я отчетливо вижу себя в школе провидцев. Вопрос лишь в том, как ее отыскать. Ага, идеально. Значит, он будет прекрасно сочетаться и с нашей сферой. Спасибо, Сэмми. Что? Что ты только что сказала? Вот, попробуй прикрепить контейнер к этой части. Секундочку. Почти готово. Мне нужна помощь. Я не могу этого сделать. А кроме того, его нужно сначала покрасить. Хорошо, какой из них тебе нравится? У нас большой выбор цветов. Только не этот и не этот. Ага, мне нравится черный. Интересный выбор. Хотела бы я знать, о чем ты думал. Здесь темно, как в бездонной яме. Или еще лучше, как в черной дыре тайн будущего. Ух ты, какое замечательное сравнение. Ребята, ставьте лайк, если вы согласны. А еще я хочу, чтобы этот контейнер выглядел волшебно. Я приготовил краску, так что пора начинать. Спасибо, мой дорогой слайм. И что бы я без тебя делала? Сью, я хочу тебе помочь. Можно я это сделаю? Сэмми, пожалуйста, ты меня испачкаешь. Ребята, вы заметили, что чего-то не хватает? Итак, игры закончились, и мы готовы к... Сью, ты забыла об этом! Что? Спасибо, Сэмми. Ребята, давайте попробуем прочитать карты и предсказать, что мы будем делать дальше. Через несколько секунд, только никуда не уходите. Ха, выходи на бой, клей для пластика. О, Сьюзи, может, нужно сначала его открыть? Хм, это смешно, Сэмми. Мы ведь создаем уникальный волшебный инструмент. А ты просто бездельничаешь. Не похоже на тебя. Серьезно? И ты говоришь мне это? А ведь я крал драгоценную пыльцу удачи у феи. А быть слаймом в обличии феи очень нелегко. Могу лишь себе представить. В любом случае, твоя шалость удалась на славу. Ребята, только взгляните на все эти сверкающие блестки. Пыльца! Это волшебная пыльца, Сьюзи! Теперь нам понадобится прозрачный лак для ногтей, чтобы покрыть эту поверхность. И как мне это делать, если я даже не могу втиснуться внутрь? Хорошо, держи. Твоя очередь блистать, Сэмми. Так намного лучше. Покрой только небольшое пространство, так, чтобы оно не высохло. Нужно приклеить эти маленькие мерцающие звездочки. Звездопад! Затем мы еще немного посыпем его смесью с блестками. Дай мне посмотреть! Святые печеньки! Это похоже на множество крошечных галактик! Что? У космоса есть конец? Хотя... Это значит, что нам нужно сделать кое-что творческое. Да, давайте двигаться дальше! Ребята, смотрите на крышечку!
Готовы к настоящему шторму из блесток? Доставайте свои телефоны! Нет-нет, я не хочу быть вся в блестках. Хочешь быть креативным? Для этого подойдет и ситечка. Смотри. Да, готовьте зонтики, ребята. Пошел настоящий блестящий дождь. Раздели меня, чадо. Итак, мы на финишной прямой. Только что появились новые созвездия. Сию, подожди. Святые печеньки. Я назову его Великий Сэм. Ладно, тогда это будет называться галактика Сьюзен. Надо же, как она сверкает. Сьюзи, может, украсим и вторую полусферу? Конечно, это наш следующий шаг. Но на этот раз мы попробуем использовать несколько заклинаний. Трансформикус, волшебникус. Пуф! Ага, сработало! Сьюзи! Что-то чешется у меня на подбородке! О, это? Ничего страшного. Теперь все в порядке? Что это было? Эй, куда это вы собрались? Вернитесь! Намного лучше. Ребята, никуда не уходите. Пора делать пророчество. Невероятно! Заставлять известного художника так долго ждать, какая грубо. Извините, что прерываю ваше ворчание, месье. Вот, мои инструменты бесполезны без краски. Ты ее принесла? Конечно, пожалуйста, синяя подходит лучше всего. Очень хорошо. Это похоже на глубокий синий океан или бесконечное ночное небо. Нет времени на игры! Мастер Сэм снова здесь с советом по покраске! Добавьте на краску немного воды. Поверьте, это будет выглядеть завораживающе. Да, уже! Ребята, готовы порисовать? Тогда скорее ставьте нам лайк! Мы раскрасим каждую половину сферы с внутренней стороны. Сэмми, ты там задремал? Сьюзи, ты не понимаешь. Лучшие художники выбирают самые креативные позы для рисования. Я это запомню. Ладно, давай выберем, какой инструмент будет предсказывать будущее. Оп, что скажешь про игральные кубики? Я в них совсем не разбираюсь. А ты? И я не разбираюсь. А как насчет палочек с предсказаниями? Мы не сможем их туда втиснуть. Ага, у меня есть идея. Почему бы нам... Почему бы нам не сделать несколько набросков? Это именно то, что нужно. Мы сделаем волшебный камень. Он будет как игральный кубик, но на нем будут надписи, как на палочках. Как тебе такая идея? Пока не знаю. Что? Почему? Можно чуть подробнее? Ну, шансы, в общем-то, неплохие. Ладно, я в полном замешательстве. Что происходит? Ого! Я записывал все пророчества для камня. А, понятно. Сьюзи, помоги мне их скопировать. Сэм, ты отлично поработал. Я уже хочу получить одно пророчество. Ребята, а как насчет вас? Сначала все это нужно вырезать. Не спешите и будьте осторожны. Хотите, чтобы ваш камень таинственным образом плавал в контейнере? Тогда положите сюда крошечный кусочек пенопласта. Затем нужно приклеить друг к другу все стороны. Проще простого. И вот что у нас получилось. Конечно, нам придется защищать магию. И эпоксидная смола подходит для этого лучше всего. Добавим немного блеска, точнее волшебную пыльцу, на всякий случай. Вот так. Выглядит просто очаровательно. Нам понадобится кисточка, чтобы размазать смолу по поверхности камня. Но без волшебного света он не высохнет. Абра-кадабра! Нужно просто нажать кнопку. Да, иногда магия не работает без электричества. Маглы называют это ультрафиолетовой лампой, ребята. Просто положите под нее камень на некоторое время. Слайм Сэм вырывается вперед! На, хрен очковый! И вот почему нам нужна была дополнительная защита. Камень будет плавать в воде. Не забудьте закрыть крышку. Ну вот и все. Просто соединяем две половинки, и шар для предсказаний готов. Тайны. Мы их любим. Оставайтесь с нами, чтобы получить предсказания на удачу.
ладно, волшебный шарик, скажи мне, как это будет? Просто не могу дождаться. И что это было? А? О чем ты спросила? Нельзя рассказывать. Сэмми, даже не пытайся это выяснить. Даже не буду пробовать. У меня же есть вон что. Шарик, это как-то связано со мной. Раздели меня, Чеддер. Когда это вы успели друг с другом сговориться? Ребята, хотите тоже получить такой шар для предсказаний? Тогда сделайте эту веселую и легкую поделку вместе с нами. Я раскалю тебя, я найду способ. Вот тебе нужны деньги, а? Подожди у меня. Интересно, что случилось? А, неважно, пока, ребята. Сэмми, нет, не принимай это близко к сердцу.